Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет, как обычно, роллинг. Будем выбивать недостающих героев. Это Анубис Фрея. Ничего удивительного. Все хотят этих героев. Мы на аккаунте моего подписчика Игоря с ником Игоряноч, который не находится в гильдии. Вот так вот. Поэтому сегодня у нас гильдии не будет. Мы сегодня будем с вами ролить героев. Давайте посмотрим на его аккаунт, что у него есть, чего у него нету. Так, аккаунт немножко донатный, до шапки второй, я так понял, 34 тысячи задонено. В принципе, это немного. Силы 194, ребят. Это немало. Сейчас посмотрим, что у него там в алтаре. 67-89. Да, видимо, давно уже играет. Силу не раздувает. В принципе, тоже с одной стороны правильно. С другой стороны, сейчас силу надо вкачивать. Так, смотрим. Тыковка. Отлично. Еще одна тыковка. Так, есть. Дальше смотрим. Смерть. Снова Зила. Неплохой ара, вообще отлично. Дракула с бастом. Дедушка Мороз. Варлок недокачанный. Конечно, лучше бы других вкачал вместо Дракулы. Так, дерево отлично. Вторая эволюция. Череп отлично. Дрейк девяточка. Гаргул 11 уже с богом войны. Валька отлично. Вторая эволюция. Офигенный одержимый. Медуза. Так, ведьма. Ник. Хранитель со стойкостью. Сколько вторых эволюций? Так, ворожей. Афинка есть. Купидончик, талантика не хватает. Душек. Так, с богом войны. Нормально. Королева гарпий. Укротитель. Ну, неплохо, неплохо. Как для такого аккаунта, где доната. Перевел Химеру до Архидемона, скорее всего. Так, Дракос. Топовый Рину. Отлично. Леди Лео, Корка. Паладин. Так, Атлантик. Ну, в принципе. Ранки есть. Да, нужен Анубис. Нужна Фрея. Стрелок. Стрелка я тоже что-то не вижу. Анубис, Фрея. Да, стрелка тоже нету. Так, что у него по подземкам? 803 звезды. Неплохо даже. Неплохо, неплохо. Кошмарки. О, вообще отлично. Смотрите, куда добрался. Скоро догонит мою китайку. Так, понятно. Ну вот для чего ему нужен Анубис? Что по волнам? А Джей не зафармил еще. Так, хорошо. Ну, в принципе, разобрались. Поехали. Так, давайте посмотрим еще алтарь, что есть у него. Тут книжечки. Да, героев немало, немало героев у него есть. Окей, поехали. Нанять. Ну, давайте, давайте сегодня попробуем тактику. По 150. Я всегда ролю 450. Сегодня делаем совсем другой контент. Делаем по 150 и посмотрим, будет нам что-то падать или нет. Поехали. 150. Рыцарь. Да, ребят, это будет долго. Это будет трешечок. Ну, в принципе, не особо долго. Но я хочу просто посмотреть, как по 150 Атлантикор. Так, давайте, давайте, давай, давай. У меня просто привычка быстро нажимать купидончик. Ну, рыцари падают. Как думаете, упадет Фрея, Анубис, либо стрелок, бульдозер? Что там, 5К, мы уже там 3 или 4 легенды выбили.
Не особо как-то, честно говоря. Ладно, поехали дальше. Ну, рандомчик, что такое? Бог грома. Как хорошо магазины и герои падают. Медуза. Дед Мороз. Ну, вот уже половину почти вырыли, ну. Им пока даже и близко нет. Паладин. Офигеть. Князь Тыква. Ну, как видите, герои за 150 падают. Но падает-то реально шлак. Для начального аккаунта, да, это будет одержимый. Это круто, но у него, в принципе, уже с его прокачками рыцарь тьмы. Афина. Ну, пойдет. Ворожей пойдет. Ну все, забираю свои обратно слова. По 150 сыпет. Тактика 150. Новая тактика моя. Шанс читов 0. Ну, в принципе, ворожей Афина, это уже хорошо. Так. Варлок. Ну, давай еще что-то интересное. Не, не дашь? Не дашь? Не дала, сволочь. Ну, как обычно, ребят, делаем ход конем. Что делать? Надо делать ход конем. Сейчас мы попробуем совсем другую тактику. Тактика называется по 450. Трахтибедок, самики. Вот так вот, ребята, админ панелька работает. Так, хорошо. Забираем. Поздравляю еще с недостающим героем. Шапкой. Как недостающий? Подождите, а шапка, 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 шапка. У него же должна быть шапка. А, у него есть шапка, все правильно. Так, окей. Это мы забрали. Так. Идем в акции, быстренько посмотрим. Так, фонтан желаний, подарки. Рубашкой вверх. Бинго. Бинго, я думаю, он сам пройдет. Идем рубашку вверх. Она до утра. Тут попробуем что-то нарылить. Яйцо. Давай дальше. Кенди. Неплохо. Молоток. Ну, это акция. Кстати, в последнее время вот эту акцию немножко поменяли. Отсюда начали лучше падать награды, чем это было раньше. Но опять же, не надейтесь на вот эти вот карты, акции все. Самое топовое — это базар. Оттуда надо забирать все. Ну, сейчас натащим ему молотков, он себе офигенно прокачает здание на 4 дня вперед. Так. Сэкономит какому-то строителю 4 дня. Так, отлично. Окей. Все. Вот так вот. Но у нас тут есть другая акция сегодня получить. Вот такая вот 20 осколочков огнекрыла у него бонусом. 10к кулачков еще плюс. Ну, неплохо, я считаю, по 10 камней, отлично. Сможет кого-то еще себе подкачать. Так, окей. Ну что, поехали менять тактику по 450, пробуем. Да, что-то печально все так сегодня. Наговорила, видите. Заклинательница. Неплохой вариант для него, в принципе.
Вместо Анубиса. Ну, не дотягивает она, конечно, до Анубиса, но неплохо. Профессор Рибит, отлично. По-моему, у него его не было. Купидон. Ведьма. Дед Мороз. Фея. Блин, я уже подумал, Фрея, думал, охуеть. Атлантикор. Стрелок, ребята, вот так вот. Вот мы достали ему еще одного топового героя, недостающего. Чем вы должны обязательно поддержать пацана, поставить лайк. В принципе, неплохо, неплохо. Поехали дальше. 450. Нам нужен Анубис, Фрея. Химера. Гаргул. Бог Рома. Так, рандом. Укротитель. Атлантикор нет. Что-то тут на этом аккаунте пороблено. Что-то тут пороблено. Укротитель опять падает. Ну, в принципе, заклинательница, стрелок. Триант. Малышник. Паладин. И нихера. И 150. Оставили пацану 4 самика. Так. Ну, в принципе, я свою миссию как бы частично выполнил. Я ему достал неплохих героев, неплохие повторочки. Так, смотрим еще раз. Заклинательницы не вижу. И стрелка я тоже не вижу. Афина у него есть. Ну, еще одну сможет прокачать, если захочет. Почему бы и нет. Так, что у нас тут получилось? Профессор Рибит. Заклинательница, стрелок. Ну, смотрите, неплохие герои. Давайте откроем их. Так, стрелок открыт. Рибит. Ну, это бесполезный герой, но пусть себе будет. Заклинательница, альтернатива. Ну, Афину выражая, в принципе, он уже сам, если захочет, откроет. Навыбивали повторочек неплохо, в принципе, тоже хорошо. Ну, у него и так их хватает. Так, ну, неплохо, неплохо. Даже яйцо выбили. Так, давайте посмотрим, что там талантики какие. Так. Так, 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 где там наш стрелок? Соживой родился. Кенди у него была. Заклинательница. Огненка. Рибит. Ожог только первый. В принципе, все, ребят. Участвуйте в конкурсах. Ссылочки будут под видосом. Все описания конкурсов. Идет много конкурсов. Вы можете выиграть самоцветы, донатные герои и прочее. Пишите комменты, подписывайтесь на канал, делайте репостики, обязательно ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.